Холод приближающейся зимы уже чувствуется в воздухе. Все котельные города и области готовятся к грядущему отопительному сезону. Несколько социально важных зданий и жилых домов обеспечивает теплом котельная номер 30. Сейчас здесь полностью заменили оборудование. Работа переведена в автоматический режим. На такое перевооружение потрачено 16 миллионов рублей. В целом, в будущем мы будем проводить реализовывать дальнейшую политику по переводу наших котельных в автоматический режим, поскольку это увеличивает энергоэффективность, уменьшает затраты, тем самым снижает платежи населения за отопление. 42-я котельная снабжает теплом жилые дома в местечке Былино и располагающийся рядом военный городок. Долгое время она не функционировала из-за того, что поставщик холодной воды совхоз «Тепличный» обанкротился. Здесь была проблема серьезная с водоснабжением котельной. Но совместными усилиями и с Ивановским районом, и с силами нашего водоканала эта проблема снята. Котельная готова к запуску. Время для того, чтобы провести все необходимые работы, еще есть. А первые морозы покажут, действительно ли котельные готовы к отопительному сезону. Мария Попова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.